Конфликт с участием олимпийского чемпиона Серика Сапиева обсуждают в сети. Казахстанец после игры в баттербол, это такая смесь баскетбола и вольной борьбы, едва не подрался со своим соперником из другой команды, Зелимханом Мусихановым. Ой, там началась... Ой, драка началась! Ребят, ну это не спортивно. Стоп, это не спортивно. Мужчины устроили потасовку прямо в октагоне. Их бросились разнимать напарники по команде и судьи. Правда, это не сильно получилось. Правда, после молодой казахстанский спортсмен вместе с тренером записал извинения и признал, что нарушил правила игры. Уважаемые казахстанцы, я приношу свои извинения за поступок, который совершил. Я нарушил правила и был неправ. Потом не смог сдержать свои эмоции в игре. Серик Сапиев является гордостью нашего народа. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии, чтобы посмотреть полный выпуск.